Нужно построить базу и вызвать подкрепление, чтобы сдержать натиск зергов. Эн-Арудин разжигал. Я следую... О, этот маленький наблюдатель остался здесь со времен эвакуации. Он сослужит нам хорошую службу. Меня ждет искупление. Я изгоню демонов прошлого. Моя ноша непосильна. Айур возродится. Ты обращаешься ко мне? Судаш Салок. Эти заброшенные здания можно обеспечить энергией. Они нам еще пригодятся. Ни секунды без боя. Я чувствую, как пульсирует энергия внутри этого древнего маяка. Интересно. Я слышал истории о могучих колоссах, спящих в глубинах вод Айура. Маяк разбудил зловещих стражей от векового сна. Зерги чувствуют, что их мертвому хозяину угрожает опасность. Зерги будут атаковать, пока не перебьют нас всех. Мне нужно скорее проникнуть в память сверхразума и собрать всю доступную информацию. Еще наблюдателей можно разведать территорию и узнать, какие опасности ожидают нас здесь. Искупление. Эн-Арудин разжигал. Нужно приготовиться к обороне базы. Зерги идут в наступление. Я изгоню тебя.
Я изгоню демонов прочь. Улучшение завершено. Оружию, братья! Зерги наступают! Я здесь! Среди теней. Не хватает минералов. Наш пилон атакован.
здесь, среди теней. Улучшение завершено. Серги хотят разрушить нашу базу. Месторождение минералов истощено. Thank you.
Месторождение минералов истощено. Зерги идут в атаку. Месторождение минералов истощено. Месторождение минералов истощено. Наши войска вступили в бой.
здесь, среди теней. Месторождение минералов истощено. Среди теней. Вокруг базы сгущаются тени. Скоро зерги опять нападут. Я здесь, среди теней. Месторождение минералов истощено. Ваши войска вступили в бой. База атакована. Я здесь, среди теней. Меня ждет искупление. Моя ноша непосильна. Эн-Арудин разжигал. Айур возродится. Месторождение минералов истощено. Шозак мокнул. Честь ведет меня. Я служу во имя Айура. Эн-Арудин разжигал. Я следую своему призванию. Айур возродится. Я изгоню демонов прошлого. Навыки пригодятся тебе. Хорошо. Враг познает нашу ярость.
обращаешься ко мне? Пустота. Возле нашей базы собираются зерги. Я сердце тьмы. Меня ждет... Я вернулся, чтобы служить. Ради возмездия. Оружию, братья! Зерги наступают! Эн-Арутин Накал. Нашу ярость. Я вернулся, чтобы служить.
Вернулся, чтобы служить. Серги хотят разрушить нашу базу. Каждому воздастся по заслугам. Я изгоню демонов прошлого. Я сердце тьмы. Враг познает нашу ярость. Шозак мокнул. Эн Арудди. Мои навыки пригодятся тебе. Ты обращаешься ко мне? Айур возродится. Надвигается беда. Меня ждет искупление.
Слава перворожденным! Что ты предложишь? Будь по-твоему. Ради возмездия. Моя ножа не посильна. Ни секунды без боя. Айур возродится. Эн орудит. Очень разумно. Ты обращаешься ко мне. Враг познает нашу ярость. Слава перворожденному. Служу во имя Айура. Мои навыки пригодятся тебе. Моя ноша не по силам. Мы едины с теней. Ноша расчел. Да свершится предначертанное. Шозак мокнул. Зерги идут в атаку. Обращаешься ко мне? Айур возродится.
поедем. Месторождение минералов истощено. Месторождение минералов истощено. Меня ждет искупление. Вокруг базы сгущаются тени. Скоро зерги опять нападут. На наши зомби напали. Наши войска вступили в бой. База атакована. Месторождение минералов истощено. Бундара Монокай. Я изгоню демон. Мы едины с тенью. Заманчиво. Я не буду служить тебе вечно.
я внемлю зову. Мои навыки пригодятся тебе. Мы... Моя ноша непосильна. Возле нашей базы собираются зерги. Вступили в бой. База атакована. Слава перворожденным. Я следую своему призванию. Я служу во имя Аю. Я верен тебе. Айур возродится. Ни секунды без боя. Честь ведет меня. Эн Арудин Разжакал. Мои навыки при... Ноша расчел. Моя ноша непосильна. Судаш Салок. Я голос затмения. Меня ждет искупление. Я сердце тьмы. Эти врата еще работают. Может быть, есть возможность ко мне. Слава перворожденным. Пустота холодна. Надо зубарить. Нашу службу обезвредить. Свершится предназначение. Мы едины с тенью. К оружию, братья! Зерги наступают! Шозак мокнул.
следую своему призванию. База атакована. Адон Торинас, Зерату. Когда врата отключились, мы оказались заперты в их энергетической матрице. Благодарим тебя за наше освобождение. Сильно. Я внемлю зову. Ты обращаешься ко мне? Я сердце тьмы. Тебе. Месторождение минералов истощено. Иссяк. Ни секунды без боя. Мы едины с тенью. Серги хотят разрушить нашу базу. Зомби напали. Наш пилон атакован. Познает нашу ярость. База атакована. Что нужно сделать? Come on.
Кентаро Тасадава. Ждет искупление. Я верен тебе. Первый нервный узел. Я чувствую боль, удивление, смерть. Я служу во имя Аюра. Я чувствую смерть и радость. Зерги идут в атаку. Третий нервный узел. Я чувствую удовольствие от успешного воплощения давнего замысла и страх перед будущим. Следую своему призванию. Четвертый узел. Я чувствую только гибель. Чтобы узнать больше, мне нужно установить прямой контакт с корой мозга сверхразума. Здравствуй, брат. Я говорю с тобой из небытия. Тасадар, но ты же погиб вместе со сверхразумом. Голод смерти мне неведом, Зератул. Мне не суждено узнать его. Об этом я расскажу в другой раз. Сейчас же тебе предстоит узнать о смелости этого существа. Смелости? Он был чудовищем. Не всегда. Зергов подвергли изменениям. Истребление нашей расы было на
навязана им. Сверхразум был наделен способностью мыслить и строить логические выводы, но ему было отказано в свободе воли. Всю свою жизнь он иступленно бился в клетке собственного сознания. Кто сделал это с ним? И зачем? Я не знаю. Но сверхразум нашел способ воспротивиться навязанной ему цели. Он создал то, что стало надеждой на спасение. Королеву клинков. Это безумие. Освободить зергов от рабства и спасти все живое от гибели в огне. Я не понимаю тебя, брат. Забудь все, что знал до ныне, Зератул. Сверхразуму было видение о конце света. И тебе тоже нужно увидеть его. Нет, я не вынесу этого. Хватит.